Свой первый в новом статусе праздник анапские первокурсники отметили в теплой и по-настоящему дружеской обстановке. Организацию взяли на себя сотрудники Управления по делам молодежи и пригласили на встречу новоиспеченных студентов средних и высших учебных заведений Анапы. К слову, в этом году студенческое братство нашего города пополнили почти 1500 первокурсников. Ярких красок мероприятию добавили сами студенты. Они знакомились, без стеснения участвовали в конкурсах и делали фотографии на память. Первокурсник Николай Череновский пошел по стопам родителей и сразу после школы поступил в анапский филиал Новороссийского медицинского колледжа. Студенческая жизнь ему по душе. В школе это скучно, неинтересно на самом деле, а вот в университете мне очень нравится. Можно вот элементарно даже какие-то мероприятия проводить, то есть, ну не знаю, вот просто даже учителя по-другому к тебе относятся. Не надо черный верх, белый низ там и все остальное, просто люди по-другому становятся. Ты уже взрослый, ты уже несешь ответственность. Впереди у ребят постижение секретов профессионального мастерства. И молодые люди уверены, это будут самые интересные и веселые годы.